повышением температуры воздуха ухудшается пожароопасная обстановка в регионе. За минувшие выходные пожарные выезжали на места возгораний 49 раз. На сегодняшний день площадь пожаров составляет более 46 тысяч квадратных метров. Причина возгорания в большинстве случаев – пресловутый человеческий фактор. Наиболее подвержены возгоранию растительности районы, следующий Лужский район, Ивановский муниципальный район, а также Гаврилопасадский муниципальный район. Напоминаем, что на территории Ивановской области действует особый противопожарный режим, в связи с чем сжигание сухой растительности запрещено и в соответствии с административным кодексом Российской Федерации нарушители будут подвергнуты административному штрафу в размере до 4000 рублей.